Итак, всем привет, канал «Из Москвы в Израиль». Сегодня мы в деревушке Миле, это арабская деревушка. Но что интересно, в этой арабской деревушке живут греко-католики. Но больше всего, что интересно, они еще и выращивают здесь свинину. У нас, кстати, есть ролик, где мы показываем магазин, где можно купить сало и свинину, ну и другие полуфабрикаты. Так что смотрите, тоже ищите. Но вот деревушка этим известна. То есть здесь не просто этот магазин, а именно ребята занимаются выращиванием свинины. Но плюс ко всему, здесь еще делают арак. Вот Анюта морщит лоб, не знает, что это такое. Это алкогольный напиток, если я не ошибаюсь, по-моему, на основе аниса. Если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Но мы приехали сюда тоже не просто так. Здесь, конечно, очень красиво. Открывается обалденный вид на горы, на холмы, на другие деревушки. Я хочу сказать, что у нас вот тут ребенок. Привет, ребенок. Вот, а вот у товарища, который здесь живет, мы там снимали, я поставлю, очень красивые у него цветы на входе и все остальное. А вот здесь смотрите, какая у него терраса с качелями, вот с таким вот видом. И судя по солнцу, оно вот там, то есть вот там будет закат, у него еще вид и на закат, и оттуда на восход. В общем, шикардос, я считаю. Даже, как это, я уже подумываю, что можно сменить море на вот такой замечательный вид. Нам, кстати, нравится очень город Зихран-Яков, там много таких вот домов с такими террасами, которые... Но мы приехали сюда не просто так, мы в новогоднюю ночь, ну или вообще в Новый год сюда не попали, было... То ли мы заняты были, то есть, в общем, что-то у нас сорвалось с этой поездкой, которую мы хотели посмотреть елку. В Милии тоже ставят елку, как и в Назарете у нас есть видео, посмотрите. Вот, но здесь есть католический храм. Переворачиваемся. Сейчас мы его, конечно, вам покажем поближе. Но вот сзади меня, видите, тоже очень симпатично. Вон там вот эта елка должна была светиться в свое время. Наверное, было красиво. Вот. А дальше уже... Вот флаги только интересные. Расскажите, пожалуйста, вот такой флаг. Бело-желтый, да? Что это за флаг такой, может быть? Мы, конечно, можем сейчас погуглить, но нам интересно, если вы нам расскажете, кто знает, посвятите, пожалуйста, 5 минут и просветите нас по этому вопросу. Вот, а так пойдемте посмотрим. Здесь очень красиво, в принципе, сама по себе деревушка красивая. Я читал, кстати, что здесь довольно высокий, если сравнивать уровень по именно вот небольшим деревушкам, городкам арабским, здесь достаточно высокий уровень зарплат в этом месте. Поэтому очень ухоженные достаточно дворы, домики. И еще везде растут во дворах фруктовые деревья. Сейчас как раз сезон цитрусовых. Лимоны. Вон там вот мы видим, сейчас вам снимем дерево, апельсины. Вот. Поэтому очень красиво, очень живописно. У нас даже вполне возможно будет минут 30 до заката, как обычно, погулять. Вот. Ну и показать вам. Пойдемте. Мы пришли, отцвело дерево с гранатами, и ну, отцвело, я имею в виду, плодами отцвело, ну и листиков нет. Все, закончился сезон. Да, вот, а вот то, что я вам сказал, а, ну это мандарины, наверное, да? Да. А, это дерево мандарин, видите, я издалека ошибся, это были не апельсины, а мандарины, уже все зрелые, вон они валяются, но, ай-яй-яй, нельзя в Израиле рвать чужие фрукты. Ребенок предлагает попробовать. А там мы увидели, мне кажется, достаточно приятный вид. Пойдемте посмотрим, что там. Вот, мы идем, достаточно, видите, симпатичненько сделано все. Вот, вон там, кстати, пресс какой-то я вижу, древний. Храм, как я сказал, или собор, католический. Вот, пойдемте посмотрим пресс и пойдемте посмотрим в ту сторону, какой вид открывается. Вот, видимо, колесо, кстати, для пресса. Ну, это явно пресс. Видишь, вот так. Где год? А. Ну, год тут не написан, но даже клеймо стоит, видите, какого-то завода. Ну, ну, ещё какая-то как солидная штука. А вот здесь, видите, кто-то поставил два стульчика. И, видимо, сидели и наслаждались видом. Кстати, еще остались, видите, новогодние украшения. Вот здесь. Ну, вид действительно прикольный. Там вот, пожалуйста, автобусный парк очень красивый. Вот. Но в ту сторону действительно, действительно симпатично. Вообще вот эти вот городки. Здесь, кстати, Малот рядом, да, по-моему, город? Вот да, да, здесь город Малот. Вот, кстати, там тоже есть мясо. Вот, но уже не свинина. Или там свинина тоже, по-моему, есть чуть-чуть? Нет, свинина там нет, там кошерная. Вот, там есть магазин с мясом. Анюта снимала вам, показывала ролик. Тоже есть, смотрите, ищите. Достаточно недорогое мясо и
вкусная в том числе. Кстати, вот лимоны ты поснимала? Мы вам только что показывали мандарины, а это лимоны. Вот у людей стоит здесь мангал. Ну, вообще, в общем, прикольно, мне кажется. Здорово и красиво, симпатично. Дошли до самой церкви католической. Оказался ни храм, ни собор. Вот. Но очень приятное место. Внутри уже, конечно, все закрыто. Интересно просто смотреть. Интересная вещь, что надписи, видите, на арабском. Несмотря на то, что католическо-христианское, как бы все это. Но именно надписи на арабском. Очень интересно. Необычно. И еще интересно, что одеяние, видите. Тут статуя покрыта платьем. Вот. С четками, вот нефритовые, да, по-моему. Похоже, и крест. Ну, в общем, так интересно. Здесь зажигаются свечи. Вот такое вот место. Здесь какая-то даже галерея есть и магазин. Вот. Но сам по себе небольшой. Сама церковь по себе небольшая. Вот. И, соответственно, но очень приятно, тихо, спокойно. Сегодня пятница. Вот, странно, что он, кстати, в пятницу не работает. По идее же это. Вот. Пойдемте туда, вот посмотрим, что там, симпатично или нет. Я думаю, еще вечером здесь симпатично, потому что купол, получается, весь подсвечивается. И елка тоже должна подсветиться. Но мы хотели приехать именно в дневное время, чтобы посмотреть саму церковь. Бродили по местности, так скажем, церкви, и набрели на ресторанчик довольно симпатичный и красивый. Вот. Называется Шато де Рои, что-то такое. Вот. В ресторане мы не были и не пойдем, скорее всего, потому что у нас не так много времени. Вот. Но если кто будет, заходите, сможете насладиться в том числе видом, потому что окошки там есть. Пойдемте дальше. We'll be right back.
интересно, что мы здесь ходим, и здесь есть, типа, я не знаю, хостелы, не хостелы, в общем, можно снять апартаменты, да, или комнату, вот. Интересно, почему именно здесь. Может быть, есть какая-то точка, откуда здесь можно приезжать, хотя здесь больше в ту сторону будет и Цфат, и Назарет, но туда надо ехать, да, то есть, если вы приехали, почему именно здесь предлагают апартаменты, это достаточно интересно и удивительно. Вот, поэтому мы вам показали небольшой кусочек этой деревушки. Вот, я вам уже сказал, что есть еще наше видео про магазин мяса, где можно приобрести, да, мята, вот, приобрести и почувствовать вкус, который вы хотели почувствовать, но нигде не могли найти. Вот, а мы с вами прощаемся на этом. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и, конечно, будьте счастливы. Всем пока-пока. И да, хотел сказать, что виды здесь, конечно, открываются классные. Из-за них можно просто приехать и погулять. И еще, летом, наверное, днем здесь будет жарковато, потому что высоко в горах, а сейчас самое оно. Так что смотрите. Thank you.